Привет всем, я Брайер Бьюти, я делаю это видео для канала Купи Ребенку. Сегодня я буду рассказывать о своем питомце, а вот и он, встречайте. Привет всем, привет зайка, привет Брайер, его зовут Зайка Баттерфлай, ага, давайте посмотрим его анкету. Вот анкета Зайки Баттерфлай. Как мы видим, зайка на рисунке очень похож на настоящего сшитого зайку. Зайка Баттерфлай наполовину бабочка, наполовину зайка, поэтому он летает на небе. Внизу мы видим его имя, Зайка Баттерфлай. Автором Каушлиева Мария, это я, и специально для канала Купи Ребенку ТВ. Давайте же откроем и посмотрим анкету. На первой страничке я приклеила все материалы, из которых был сделан зайка, все-все. Это лекало самого зайки и его крылышек. Это две проволоки, которые я использовала для того, чтобы зайка двигался. Вот это для крыльев, а это для самого зайки. Это бусинки, которые я использовала для того, чтобы шить ему пуговички. Это лента, из которого у него сделан бантик. Два типа ткани, розовые и белые, из которых я шила зайку. Белым цветом зайку я шила, а розовым это крылышки. Также я использовала нитки под цвет ткани, розовую и белую. Также я приклеила вату, из которой был сделан зайка. А это цвета фломастеров, с помощью которых я разукрашивала зайку. На второй страничке мы увидим саму анкету зайчика. Имя – Зайка Баттерфлай. Хозяин – Брайер Бьюти. Питание – зая любит есть морковь и яблоки. Любимый цвет – все яркие цвета. Характер. Зайчик Баттерфлай очень веселый, добрый и забавный. Тайна имени. Баттерфлай в переводе с английского «бабочка», а зайка, потому что он зайка. И последняя авторка Каушлиева Мария. Внизу нарисовано солнышко и сердечки. А наверху красным цветом анкета и по краям смайлики. У зайки двигаются ушки, крылышки, ручки и ножки. С вами был Зайка Баттерфлай и Брайер Бьюти. До скорых встреч! Внимание! Я совершенно не против использования моего видео на канале Купи Ребенку ТВ. Всем удачи в конкурсе!